10:16 столица, друзья, в звездном завтраке совершенно необыкновенный человек. Алексей Брянцев, доброе утро еще раз. Доброе утро. Да, серьезно? Серьезно так настроен человек? Ну, давайте поговорим, как проснулись, мы уже выяснили. Хотя я так до сих пор и не понял. Вот в обычной жизни, когда нет гастролей, какой вообще распорядок дня? Есть ли зарядка с утра, спорт, там, я не знаю, йога, фитнес-тренер? Нет, абсолютно никаких специальных моментов не бывает. Не завтракаю, никогда не завтракаю. То есть первый прием пищи во сколько у тебя, Леш, происходит? Вечером. Вечером? Вечером. Хороший. Как же ты держишься до вечера? Я люблю покушать на ночь. Ты любишь покушать на ночь? И, в принципе, один раз. Но съедаешь, видимо, много. И опустошаем весь холодильник. А ночь когда начинается? Ну, в районе часа ночи. А, то есть ты часов в 9-10 поел? За полночь, да. Ложусь спать и... Ну вот мне очень повезло, я поел печеньки, мне уже легче об этом будет слушать. На что срываешься чаще всего? Что самое вкусное для тебя? Киевский торт. Молодец! Молодец! Я думал, сейчас начнется свиная рулька какая-нибудь. Молодец, киевский торт. И вообще сладкое любишь, да, я так понимаю? Ну, конечно. По мне заметно должно быть. Щечки такие, как у Аленки, прямо на шоколадке, Аленка. Скажи, пожалуйста, Леш, многие артисты, когда начинают собирать большие залы, большие площадки, они рано или поздно переезжают в Москву. Перестают есть киевский торт. Почему ты до сих пор в Воронеже? Объясни нам. В этом надобности никакой. Почему? Абсолютно. Нет, давай, ну вот свою точку зрения нам, пожалуйста, озвучь. Мне очень удобно добираться до столицы. Москвы? Очень удобно добираться. Если сегодня вечером концерт, да. Я сажусь 5-6 часов, и я уже... 5-6 часов, нет, и я уже на месте. Ну, послушай, Артем, порядка 8 рейсов, авиарейсов в сутки производится Воронеж-Москва. И... Автобусы там ходят, я знаю. Было и такое на практике. Серьезно? Серьезно. Да. На момент работы «Сырый круг» я передвигался несколько раз на автобусе. Ну, когда не успевал, или поздний прилет, или приезд в столицу. А как там люди нормально реагируют? Ой, Брянцев, смотри. Слушай, да, ты же чертовски популярен у себя дома. На тот момент люди не реагировали. Да? Я сливался... Как бы со всеми, а да, вот и... сейчас что происходит? Расскажи, ты сейчас живешь на какой улице в Воронеже, расскажи. А я живу в пригороде. А, да? Ты живешь под Воронежем. Не сдавайте человека. Мы сейчас без геолокации обойдемся. То есть ты живешь в пригороде, люди, которые в том же там селении, они понимают, с кем рядом они живут? Ну, как-то все ровно, культура. Да. То есть автографы уже нет, все пишут. На заборе там, не пишут, Леша, хочу от тебя ребенка там и так далее. Они зовут соседей, допустим, Леша, возьми гитару, пойдем там вечерком спой, у нас там гости приедут. Было пару предложений, да? Соседка у меня, женщина такая уже в годах. Ты назвал гонорар, эту сумму, и предлагал мне однажды посидеть с ней на лавочке, погреть семечек и затянуть какую-то вечернюю песенку. Было такое. Ну и чего, Культурно отошел от этого момента. Да? Конечно. Ну как же старость, надо уважать, нет? Старость не радость, надо уважать. Ну что, понятно, друзья, если у вас есть вопрос Алексею Брянцеву, пишите +7 909 955 1030, Viber, WhatsApp, SMS для вас, а мы скоро вернемся.